Со своей стороны, детские сады Мурманска также готовятся к скорой встрече воспитанников. В одних учреждениях ремонтные работы уже завершены, а в других пока продолжаются. Так, в детском саду номер 87 двери для детей распахнутся только в октябре, потому что здесь пока проходят масштабные работы. В этом году детский сад номер 87 сильно преобразится. Помимо косметического ремонта, который и так здесь делают ежегодно, во всем здании заменили сети отопления и водоснабжения, модернизируют тепловой пункт. Но главной радостью, по словам сотрудников, стала новая плитка в туалетах, пищеблоке и прачечных. Потому что было очень страшно туда заходить уже. Каждый год думали, ну как бы эта плиточка сверху не свалилась бы нам в суп. А так да. Практически. А еще у нас полностью идет замена линолеума. Тоже линолеум очень старый был, поизносился и комплексно меняет по всему саду. Здание детского сада 1967 года постройки. Поэтому все проблемные моменты, возникшие за годы эксплуатации, необходимо решать. Чем, собственно, и занимаются сотрудники. Депутаты городского совета осмотрели учреждение и остались довольны ремонтными работами. Сегодня говорят жители города, те, которые вынуждены были в летний период водить детей в другие детские сады, о том, что деткам очень тяжело психологически воспринимать новые стены, приходить по другим адресам, как бы там ни было хорошо и уютно, все равно им комфортнее, им лучше себя чувствовать в своем родном детском саду. Я думаю, что они будут очень приятно удивлены и еще с большей любовью будут ходить в свой любимый одуванчик. В этом детском саду к 1 октября будет завершен косметический ремонт, и отремонтированы прачечные, туалеты и группы для детей разного возраста. Всего в этом дошкольном учреждении 11 групп, две из которых для детей с нарушениями речи, а три – ясельные. Всего здесь около 240 воспитанников, которые с нетерпением ждут возвращения в любимый садик.